Очень много где выступал по всему миру. По-моему, он защитил гроссмейстера сейчас. Серега, большой тебе привет. Всем, ребята, вам большой-большой-большой-большой привет, респект. Искра, искра ваша жизнь, чтобы этот вечер не был таким темным, чтобы вам не было так холодно. Мариночка, привет семье, привет своей передавай. Да, ребята, что моментики сменяя друг друга, один день заменяя другой. Продолжаем идти дальше, продолжаем реализовывать свои мысли, мечты вместе с вами, вы свои, я свои. Вон шлем, братан, там уже смотри. Уже тебя тоже ждут. Серега давно уже гроссмейстер. Заебись, братуха, горжусь тобой, красава. Серега, кстати, по-моему, сейчас в Техасе живет, в Америке. Он мне скидывал фотки дома и... Прикольно. Красава. Учится он там в каком-то американском университете. Концерт в Челябинске пока непонятно. Сейчас вот это ограничение останавливают. Все лучшие начинания, все лучшие вдохновения. Поэтому пока ничего не обещать не буду. Непонятно. Скоро выйдет вписка с Казяном. Как вы, кстати, думаете, как правильно это говорить-то? С Казяном или с Казином? Хотите, приколю вам охуенный факт? Прежде чем вы увидите вписку. О, Саша Казян 74, ничего себе. Сейчас я вам покажу кое-что, подождите. Вы такого наверняка не видели, не слышали. Это про разговор об ОВО 74 и о том, что этот эгрегор намного важнее ваших трендов, вашей моды, всего того, на чем вы хотели бы заработать деньги. С Казянычем. Все-все, включаю, ребята. Сейчас вам покажу такой вообще моментик офигенный. Так, подождите. Сейчас вот я набираю. Напишите, кстати, что какие смотрите прикольные программы на YouTube, влоги, блоги, там какие приколы вообще. А то, может, что-то новое появилось, там мы ничего и не знаем, то не видим. Все одно и то же, блин. О, Владислав Филимонов. Мое почтение. Сейчас я вам приколю. Смотрите, ребятушки мои дорогие, сейчас. Екатеринбург тоже большой привет. Пародировать? Кого? Жекич Дубровский, интересно, кто это? Давай поженимся, говорит, блядь, посмотри. Ну это ты хорошо, блядь, сказал. Ну, блядь. Короче, ОУ-74 показали в голливудском фильме. Я вам сейчас покажу этот момент. Кино называется «Большая игра», там Кевин Костнер играет. И уже вроде узнал, короче. Имя ее все равно не запомнил. Красавица из «Интерстеллар», короче, она. Сейчас я вам покажу. Перематываю. Где, кстати, кинчики смотрите? Я вот на Кинопоиске смотрю. Перевязаться к банку. О! Смотрите, сейчас я вам переделываю, а вы будьте внимательны. Да. Где записи? Таблички. Игра закончилась в 3:30 и тот Дим крикнул всем. Эй, хотите попасть сюда еще? Оставьте чаевые моли. Оставьте чаевые моли. В глубине души мне не понравились эти слова. Большое спасибо. Я понимала, когда босс говорит себе... Моли. Да. Сейчас, подождите. Это вряд ли пророчит блестящую карьеру юриста. Но это было где-то очень глубоко. Я заработала $3000. Молли была принцессе покера, предъявлено обвинение. Так, подождите. Вон так одна, ну-ка, еще пораньше перемотаю, сейчас, подождите.
Во, во, во. Во, 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 смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Вот сейчас смотрите на слове рэперы покажут ОО-74. Диего выложил на стол игроки разыграли места. Я только что пересчитала $90,000. Вот сейчас смотрите на слове рэперы. Режиссерами, рэперами. А, видали? Видали Казян с Кевин Костнером в одном фильме? Вот это прикол, блядь. Не думал, не гадал, не мечтал, не представлял, бля. Я каждое незнакомое слово. Флоп, ривер, четвертая улица, цветовать, кулер. Как вам, кстати, эта актриса? Джейсон, как-то там ее зовут, вот во вписке я про нее говорю, блин, забыл имя. Она классная, она играла в этом, в Интерстелларе классно она вообще играла. Еще она классно сыграла в фильме «Дерево жизни», это вообще до слез, вместе с Брэд Питтом. Крутая актриса, короче. Я за нее что-то мне попалась, это передачу я смотрел про нее. Она сейчас вообще на хайпе. Чувствую, я давай поженимся, мы с... Вместе, бля. Казян, новый участник программы «Холостяк», ёпчи. Вот это вы меня подъебали, хорошо, бля. Красава. О, Паха, завтра тебя жду к первой паре. Как Кевин Костнер не снимается? Ты плохо смотрел, он вначале играет ее отца. Алисочка, привет. Он вначале играет ее отца. Он там не главную роль играет, но играет же. Как не играть? Джессика Честейн, да, Джессика Честейн. Вон так вот теперь мы будем знать, как ее зовут. Большая игра, я вам еще раз повторяю. Фильм «Большая игра» на 15 минуте. Включайте свое внимание на полностью и смотрите, как ОО-74. Вон ОО-74, «Танк игра андеграунд», поглядите. Тоже здесь с нами. Кунгур! О, Кунгур, круто! Большой привет! В Кунгуре классно орали, угорали. Льву из Кунгура большой привет! У пацана, у которого ОО-74 здесь на груди наколото. Красава, пацан стоял, угорал. В конце такой, перед выходом, блин, сказал. Вот так вот, ребят. Чё, как вам вообще 2020 год? Ну же, панчики посыпались сразу про 2020 год. Как вам вообще этот... Новый мир. Год назад нахер нам, да? Расскажи такую херню, что будет через год, блядь. Хуй кто поверит. На Алтай хочу поехать. Очень сильно хочу поехать. О, Томску большой привет. Томск это, кстати, по-моему, аббревиатура, да ведь? Как Омск. Это особенное место содержания каторжан. Йоу. Давайте сделаем рэпа. Система этой безусловной страсти, раскаяния, без отступлений. Давай еще раз попробуем. Система этой безысходной рабства и раскаяния без искуплений. Труд лишен творчества и братства, сны лишены сновидений. И единственный выход представляется сущим кошмаром. По реке плывет лодка, и оно везет тебя даром. Это слово, словно нож снова на пороге родного дома, в сердце чужого, ради мира нового. Свобода народа закопана, улица встала от холода и кричат в окна дома. А, нет, ну-ка, про Томск информация пошла. Это город как раз рядом с Алтаем. Приезжай, встретим. Не-не, я знаю, что это город Томск такой. Я имею в виду, что его название, как аббревиатура, насколько мне известно. Разве не так? Всем большой привет. Ну-ка, посмотрим совместный эфир. О, Катя, привет. Как у тебя обстановка там?
Что за фильтр на эфире, я не знаю, как это называется. Старая пленка. О, Алена, привет большой. Зипуля, это кто, я не знаю такого. На Алтай хочу, пока не запланирована дата, но хочу вообще, это у меня стоит сейчас на этом, на горизонте задачка, мне надо там съездить туда. Там надоело, блядь. Надоело тут, блядь. Туда-сюда, блядь, постоянно. Казян посидел, да, пиздец, посидел. О, Кать, хорошо, я вон сижу, угораю. В прямом эфире. Название фильма «Большая игра». Вон, смотрите, обложечка у нее какая. Там эта вот красотка восседает. Опа! А, вот тебе и красотка, вот тебе и деньги. Да, ребятушки. Про что хотим с вами поговорить? Может, пообсудим что-нибудь вместе с вами? Пробыл уже, что ли? Вот. 20 я вам лезу совместно. Вы больше, чем мы, то есть я туда не. Там есть эксперимент. Услышите Азиана, таким еще никогда не слышали. Рабочее название у альбома Йо-Йо. Это игрушка. Всегда по-разному я бывает. В 6.30 утра засыпаюсь, потом пиздец, 3, блядь. Засыпаю в 8 вечера и просыпаюсь потом в 8 утра. Ну, Краснодар тоже очень сильно люблю. Звук пропадает. Это я, наверное, этим, блин, пальцем за это, закорябываю. Вот так вот. Закусывает звук, я не знаю, почему так. Что это? Хочу купити собі дім, такі як маєм так. Я хочу купити собі дім, такі як маєм так. Я хочу купити собі дім, такі як маєм так. Просто я хотів